Пожалуйста, священник Даниил Сосоев. Благодарю за доклад моего оппонента. Свои слова я, конечно, посвящу Богу высочайшему, вечному, неизменному сиянию своей божественной славы. За пределами пространства и времени вечно существует великий Бог. Он не описывается ни пространством, ни человеческим умом, потому что Он Дух единый, вечный, бестелесный. Неизменный, всеблагой, святой, праведный, любящий и премудрый, невидимый, непостижимый и ни в чем не нуждающийся. Он источник благости и правды, свет умственный и неприступный, сила никакой меры не определяемая и только собственной волей измеряемая, во все, что захочет, он может. Сила проникает в все сущности, сама оставаясь чистой. Она пребывает вне предела всего и изъята из ряда всех существ, как сверхсущественное и превыше всего сущее, который устанавливает все начальства и чины, а сама выше всякого начальства и чина. Бог есть сам свет, сама благость, сама жизнь, сама любовь, сам сущность, так что не имеет никакого от другого ни бытия, ничего бытия из того, что есть. Но сам есть источник бытия для всего чуда существующего, жизнь для всего живущего, разума для всего разумного, причина всех благ для всех существ. Он знает все прежде всего. И мы называем его любовью, как он сам это сказал, именуя, конечно же, не какие-то плотские чувства, которые у нас есть, а имея в виду то, что он, как говорит апостол Павел, не долготерпит, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не радуется ни правде, а радуется истиной, все покрывает, всему верит, всегда надеется, и его любовь никогда не отпадает. Он не будет любить, как в исламе. Он уже любит свое творение, он его сотворил. Его любовь первичнее творения. По любви, сверх любви своей сотворил создание. Он даже по преизбытку любви, потому что его любовь во всей полноте проявляет себя внутри его божественной сущности, потому что три личности Бога вечно пребывают в вечной любви, но Бог захотел, чтобы и другие создания участвовали в его блаженстве, участвовали в его славе и стали причастниками его божественной жизни. Не просто законов, не просто какого-то духовного или материального сотворенного блаженства, а чтобы разумные существа вошли в его блаженство, стали причастниками его бесконечной славы и силы. И это не случайно, и это не какой-то отказ от монотеизма, потому что в самом факте творения каждый человек или каждое существо, оно причастно Божьей силе, потому что эта сила держит человека, укрепляет человека, дает ему разум, волю и чувства, а потом спрашивает за то, как этот человек использует разум, волю и чувства. Это естественно. И мы верим и знаем, ибо имеем здравый разум, что Бог – это творец всех вещей, видимых и невидимых. Он все объемлет и ничем сам не объемлется. Он сам для себя место. Он и является в нем место Вселенной. Мы не можем сказать, как говорят некоторые течения ислама, например, ваххабизм, говорить, что он ограничен пространственно. Это, безусловно, глупость. Как же может творец запутаться в тенетах своего пространства? Как творец может быть меньше своего творения? Это очевидный абсурд, которая присуща некоторым, подчеркну, течением ислама, что является безусловной ложью. И для нас является проявлением просто настоящего классического язычества и грубым, непрощаемым грехом. То, что ислам называет ширк. Это, безусловно, оскорбление величия Бога-творца. А он, все сотворенное Богом, прекрасно, потому что он не выше добра и зла, он и есть добро. Он чистое, существенное благо. Исследование его воли есть благо. Все он сотворил все прекрасным, зло он не творил, потому что зла не имеет сущности, и поэтому оно не сотворено. Зло – это уродство, недостаток, ущербность, болезнь, беззаконие, которое возникает из-за того, что свободные существа злоупотребляют своей свободой. Небесный Владыка истребляет зло, стремится излечить от этой болезни злодеев, а если они упорны, тогда он воздает им за их злые дела. Поэтому для нас абсолютно недопустимым является мысль, что от Бога происходит и добро, и зло. Он, если не понимать под словом зло, там такие катаклизмы, которые Бог насылает в наказание злодеям за их злодейство. Если же говорить о нравственном зле, оно не коренится в Боге, оно ему не угодно. И, как говорит Евангелие, это то растение, которое Отец Небесный не насаждал. Это злоупотребление свободной воли разумных существ, за которые справедливо свободные существа получают воздаяние. Бог – Вседержитель, над всем начальствующий и царствующий царством нескончаемым и бессмертным. Он не имеет никакого соперника, нет никого соравного ему,
недопустимо предавать Бога сотоварищей. И здесь мы согласимся с Кораном. Безусловно, преступник тот, кто приписывает второго, третьего, десятого, сотого Бога. Преступник тот, кто говорит, что какая-то книга, будь то Коран, сосуществует с Творцом. Это, безусловно, ширк. Это нечестие и добавление к славе Бога чего-то иного. Это отказ от единобожия, которое действительно приводит к вечной гибели людей, которые предались этому лжеучению. Бог не безразличен к своему творению, он недалекий властелин. И здесь Коран прав, когда говорит, что Бог ближе к человеку, чем его сонная артерия. Это правда. Но он не просто рядом, он заинтересованно смотрит на свое творение. Смотрите, как говорит слово Бога Высочайшего. Бог говорит так: «Узами человеческими я влек их, узами любви. Я был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их и ласково подкладывал пищу им. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. А как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобой, как Адмой? Сделали тебя, как Сиваиму?» То есть уничтожили? «Повернулось во мне сердце мое, возгорела вся жалость моя. Не сделаю я по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святой, я не войду в город». Итак, таким образом, Бог смотрит на каждого человека, и ему жалко, когда человек уходит от него. Он не безразлично смотрит на него, он стремится спасти каждого человека. И он отыскивает человека на всех путях его. Он сбивает его, действительно, здесь Коран прав, но он сбивает его не с добрых путей. Он сбивает со злых путей. Он пытается, и он делает все, что не нарушает свободы разумного существа, чтобы привести любое создание к самому себе. И не просто к какому-то блаженству в раю, а к блаженству соединения без слияния с самим Вседержителем, участие в его божественной жизни, в его божественной славе, в его божественной любви. Он спаситель погибающих, он исцеляет страдающих, он наказывает беззаконников, он восстанавливает падших и низвергает гордецов. Он выше всех, над всеми, и никто не уйдет от власти его. Он из вечности является нерожденным отцом, и он имеет собственное слово. Слово не отдельное от него, ибо как кто будет столь безумен, что скажет, что некогда Бог был немым? Вы сами сказали, справедливо сказали, что одно из имен Аллаха – это говорящий. Но мы знаем, что слово Аллах, слово Бога, это слово не такое, как у человека. Оно не растворяется, не исчезает в воздухе. Ибо нелепо думать, что у вечного Бога может быть временное слово. Как сказал еще Давид в книге Псалмов: «Вовек слово твое пребывает на небесах, в рот и рот истина твоя, основал ты землю, и она пребывает, и они пребывают». И в другом месте про Бога слово сказано, что как ты создал, вначале ты, Господи, создал небеса, и земля – дело рук твоих, пестов твоих, они распадутся, а ты остаешься навсегда. Они как они истлеют, как съеденные моли, а ты тот же, и времена твои не оскудеют, и вечность пребывает с тобою. И это слово, оно ему вместе со словом, вместе сосуществует Дух Святой, вечная жизнь Отца, от Отца исходящие и в слое пребывающие. Бог триедин, как он сам открыл от себя, но не три отдельных Бога, и не три добавленных Бога, не матрешка из трех каких-то составных богов, а это есть есть Отец, имеющий собственное слово и собственный Дух. Каждый, причем и тот, и другой, и третий имеет «я», имеет самосознание, но они все пребывают в полном единстве. Одна сущность, одна власть, одно могущество, одно царство, одна сила, одно сияние, одна держава и одна воля. Отец вечно рождает слово, изводит свои сущности Святого Духа, которые неотъемлемо укоренены в сущности Отца. Так же, как вот представьте себе сияние света, сияние там солнца или сияние там огня, из которого исходит свет и тепло одновременно, которые неотъемлемо являются соприсущими вот этой огню. Мы не можем представить себе огня не светящим, не дающим тепло, это будет не огонь. Точно так же Бог всегда имеет в себе и себя рождал и рождает одновременно слово и изводил и изводит своего собственного духа. Не отдельных богов, а собственное, имеет он собственное слово, порожденное из него, но при этом личностное слово, как оно сама открыло о себе. И собственного духа, тоже имеющего личность, как он сам дух открыл нам о себе. И, впрочем, здесь мы скажем, что и в Коране же сказано, что словом Аллаха, оно тоже личностное. Это Иса.
И мы тоже говорим, что Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать истины. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать, потому что закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Если закон был раньше дан, и на него все время ссылаются, и справедливо, но закон, он дан был для чего? Для того, чтобы показать путь. А Иисус, Слово Отца, пришел для того, чтобы дать жизнь. Он пришел, чтобы дать путь в соединении с Ним. Не в формальном исполнении внешних законов, которые никого не довели до совершенства, а в соединении с Ним получить силу и жизнь самого Творца Всемогущего, который действует внутри человека и дышит нас неземным дыханием. Мы не говорим, что сын рождается от отца в результате сексуального союза с какой-либо женщиной, как неправильно понимают некоторые мусульмане. Это неправильное понимание во многом основано, конечно же, на ложном представлении самого Мухаммеда в Коране. Действительно, сын рождается из сущности отца не таким образом, как рождается человек от человека. Сходство только в том, что рождаемый имеет ту же сущность и равен своему родителю. И только в этом. Сын рождается без истечения, без отделения. Сын весь пребывает в отце, отец весь пребывает в сыне. Нет места отдельного для отца, отдельного для сына, потому что они один в другом пребывают. И не было никакой матери у Бога вне времени. Бог сын рождается без матери от отца. И мы действительно готовы солидаризироваться с Кораном, который говорит, что недопустимо говорить, что примите меня и мою мать двумя богами, кроме Аллаха. Действительно, это учение для нас немыслимо. Мы никогда не считали Марию, Деву Марию, святую, отдельной богиней. И вообще мы богиней не считали. Это человек, величайший из праведников, пророчица, которая по плоти родила того, кто из вечности рожден как Бог. Но родила она его по человеческому природе, а не по божественной. Потому что божество и человечество в Иисусе Христе соединены неслитно. Нельзя сказать, что Бог превратился в человека. Нельзя сказать, что человек превратился в Бога. Это будет недопустимый грех, за который человек будет виновен в грехе идолопоклонства, идолослужения, за которым будет лишен божественной славы. Мы также согласны с Кораном, когда он осуждает учение, что Бог – это один из трех. Нет трех богов. Где бы им было место, если было бы три бога? Как они были бы распределены, если бы было три бога? Как бы можно было бы разделить эти места? Нет, Бог, он единый, собственно, имеющий собственное слово или сына, потому что он порождение его сущности, и собственного духа, исходящего из его сущности. И Бог сам говорит: я первый, я последний, и кроме меня нет Бога, поэтому не может быть добавочных богов. Но Бог может дать свою славу и даже свое имя тем, кто соединился с ним. Поэтому и сказано в Библии: Бог встал посреди богов, и посреди богов будет рассуждать. Каких богов? Конечно же, сотворенных существ, которые участвуют в славе Бога. Именно поэтому они называются богами, а не потому, что они стали богами, или потому, что им подобает божественное почитание. В любой ситуации слава и поклонение подобает только единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому, вечному, вечной славе пребывающей Троице. Именно им подобает только слава, или ему подобает эта слава и честь и поклонение. Недопустимо поклонение никому, кроме Творца, как Богу, боголепное поклонение, то, что у нас называется. Например, по правилам Святой Церкви, человек, который поклоняется чему бы то ни было, божественным поклонением, то, что называется по-гречески латрией, вот, или по-русски переводится как служением, такой человек извергается из церкви, как идолопоклонник. Например, если кто придет в церковь, поклонится иконе, как Богу, он будет лишен церковного общения, как идолопоклонник, идолослужитель, который сделал из вещи Бога. Мы можем поклониться иконе, как воздавая честь, как мы при встрече друг с другом поклоняемся, здороваемся, но ни в коем случае мы не можем поклониться ей как Богу, потому что это является недопустимым преступлением. Потому для нас, конечно же, странно выявляются некоторые обряды поклонения камню, неодушевленному, непонятному. Для нас непонятно поклон на пустой михраб в мечетях. Это совершенно непонятная, конечно, вещь, если не принять это как символ. Если не принять как символ, непонятно, за что же вы нас упрекаете законопочитание. Потому что, в конце концов, слава подобает и поклонение только единому Творцу Всемогущему. Итак, как же мы, христиане, относимся к исламскому представлению о Боге? Вот может ли ислам как-то обогатить христианство? Нет. Мы имеем откровение, как вы видите, все самые лучшие качества Бога, превосходные и божественные имена, известны нам были всегда.
Они были известны нам до ислама, до Корана. И Коран ничем не обогатил христиан. Все, что мы знали прекрасного о Боге, знали мы из Писания, знали мы из прямого богообщения, которое доступно для любого христианина без посредников. Потому что человек общается в церкви православной без посредников, именно потому что он сын Небесного Отца по усыновлению, но не по вечному порождению из его сущности. Поэтому мы знаем Бога лично. И здесь Коран, конечно же, прав, когда упрекает христиан в том, что мы объявляем себя сыновьями Бога. Не мы, правда, объявляемся сыновьями Бога. Бог объявляет нас своими сыновьями, поверив в Иисуса Христа, Сына Его, и по общению Духа Святого, в Нем пребывающего. Поэтому мы знаем Бога лучше, чем представители ислама. И это понятно. Одно дело человек, который сам себя называет рабом, а другое дело человек, который знает, что он сын, и Бог его называет сыном. Естественно, у сына открыты тайны, а рабу, для раба закрыты тайны. Сын может знать точно, а раб может догадываться. Поэтому мы не удивляемся, что представление об Аллахе в Коране настолько радикально отличается от представлений Слова Божия, что мы часто сомневаемся в тождестве Аллаха с Богом, Творцом Всемогущим. Почему? Смотрите, согласно Корану, Аллах издевается над теми, кто не уверовал, и усиливает их заблуждение. Коран 2 сура 14 аят. Он унес их свет, 16 аят той же суры. Избивает с пути, кого захочет, и ведет, кого хочет. 35 сура 9 аят. Если бы он захотел, они не предавали бы ему сотоварищей. 6 сура, 107 аят. Но он этого не делает, ибо вводит в заблуждение Аллах, кого захочет, и ведет прямым путем, кого захочет. 74 сура, 34 аят. Итак, таким образом получается, что Аллах мусульман, это с одной стороны непосредственно причина всех поступков человека, и добра, и зла. Но при этом он наказывает за то, что заставил их сделать. Разве это справедливо? Разве это соответствует милостивому и милосердному Аллаху, как заявляет об этом почти каждая сура Корана в самом начале своем? Разве это милосердие заставить, а потом на это наказать? Да и у нас известно, кто заставляет человека сделать зло. Хотя и не может заставить, может сагитировать. Это сатана. Но разве можно признать сатаны приписывать Творцу? Это богохульство, это непрощаемый грех, это ширк. Мы не можем признать эти утверждения. Если Аллах управляет членами прелюбодея, простите, а разве он не соучастник? Как это можно делать? Это недопустимо, слава Боге. Это считаю, что грехом так говорить. И более того, приписывает он себе качества, которые недопустимы для истинного Творца. Сказано, что он замышляет хитрость. 86 сура, 16 аят. Ибо Аллах лучше из всех хитрецов. 47 сура, 54 аят. Он обманывает. 4 сура, 141 аят. Он меняет свою волю. 13 сура, 39 аят. Он не обладает всеведением. Он не знает, что будет. 3 сура, 136 аят. Он желает некоторых поразить за их грехи. Когда истинный Бог не желает смерти грешника. Коран, 5 сура, 49 аят, 4 сура, 168 по 169 аят, все и другие места. И более того, у мусульман нет никаких гарантий, что у них не изменится откровение. Потому что сказано в Коране, сура 16, 101 аят. А когда мы заменяем одно знамение другим, ведь Аллах лучше знает, что Он не посылает. Одни говорят, ты только измыслитель. Да, большинство их знает. Еще яснее сказано в 2 суре, 106 аяте. Всякий раз, когда мы отменяем стих или заставляем его забыть, мы приводим лучше, чем он, или похуже на него. Разве ты не знаешь, что Аллах на всякой вещи мощен? А это явно значит, что Аллах имеет право менять свое мнение и даже противоречить самому себе. Что, кстати, недопустимо для истинного Бога. Потому что Бог истин, нет неправды в нем. А раз так, то у мусульман нет никаких гарантий, что Аллах свое слово не поменяет. Именно поэтому мы призываем всех мусульман, безусловно, прийти под покров истинного Бога Творца, Вечного Отца, Его Вечное Слово и Святого Духа, и получить жизнь, действующую внутри них, получить прощение грехов, потому что Бог прощающий и очищающий человека, не просто называющий человека безгрешным и очищающим, а вычищающий корни греха из человека, и не только прощающий, очищающий, но и наполняющий своей божественной жизнью и славой. Вот что я хотел сегодня сказать. Спасибо.